А теперь... Всем добрый день, меня зовут Сергей Симульский. Знаете, я третий раз вот уже присутствую на таких встречах, которые организовывает Лариса Александр. Ну, сегодня я, если честно, не догадывался, что будет у нас такое мероприятие. И прежде всего я хотел бы вас, Лариса и Александра, поздравить с вашим семейным праздником. Поздравить вас и всю вашу большую и дружную семью. И мне кажется, я еще не знаю, я еще мало их знаю, можно сказать, первый раз многих вижу. Мне кажется, они такие же талантливые, да, как вы. Это да. И надеюсь, что и превзойдут ваши таланты. Александр, я как раз поздравляю вас с семейным праздником. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Ну и спою несколько песен, вот, которые написал Петр. Я попытался написать мне музыку, и сейчас послушаем, что из них получилось. Не нужно бояться упасть и подняться, поверить в себя, поверить в себя, поверить в себя и в беде улыбаться. Зачем понимать тех, кто хочет ругаться? Им нужно внимание. Нам стоит признаться, ты сможешь, я верю, толпе не сдаваться, услышать себя и собой оставаться. Не нужно стесняться, с прохожим обняться. И так же, как ты, он устал напрягаться. Как важно душою к душе прикасаться. Бояться в любви признаваться. Мы можем продолжить, чтобы паузы не было. Я их еще не знаю все наизусть.